Движение на участке Красноармейской улицы между Октябрьским проспектом и улицей Кирова снова стало двусторонним. Об этом сообщает портал РИАМа в Люберцах со ссылкой на главу округа Владимира Ружицкого. Напомним, на протяжении 3 лет этот участок дороги был односторонним. Однако, несмотря на то, что движение здесь изменилось несколько дней назад, жители пока не привыкли к нововведениям. При этом запрещающие знаки уже убрали. Ранее пересечение улиц Кирова и Красноармейская было аварийно-опасным участком. Для того, чтобы решить эту проблему, сейчас там урегулировали движение, установили светофор. С его появлением необходимость одностороннего движения отпала. Кроме того, на комиссии по безопасности дорожного движения в администрации решили установить дополнительные секции на светофор и открыть на этом участке дороги двустороннее движение. Отметим, что когда на Кирово-Красноармейское было одностороннее движение, водители объезжали этот участок по дворам, что вызывало недовольство жителей. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.